Надеюсь, ты готов, Удо? О, да! Все. Масса лазера! Погнали, свежее мясо! Британец вроде тебя забыл в Америке. Погода, брат. Ты серьезно? Это же родина гонок в пустыне и тропе драки. Хорош, как ты. Раньше я так думал. Реальность куда менее радостная. Да ты посмотри, я уже тебя опережаю. Заткнись. Восточный мак! Когда я узнал, что ты хочешь гонять с нами, я был уверен, что ты окажешься напыщенным ослом. И? Ты им и оказался, но ездить умеешь. Ты чего? На селфи отвлекаешься? Реликвия, похоже, останется у меня. Слушай, Лига 73. Это как-то связано с аэродромом? А то! Мы сюда пробирались, чтобы наблюдать НЛО, еще когда тут была секретная военная база. И потом рвали когти от погони. Круто! Ты серьезно? Знаешь что? Я сейчас точно на радостях сделаю селфи. Крутая, но ты с ней справился реально, как чемпион. Координаты старого 240Z твои. Считаю, ты годен для оффроуда. Спасибо. Ты, в общем, тоже нормальный. Теперь мы будем держаться от аэродрома подальше. Ты это заслужил. Вы лучше как-нибудь заезжайте в мастерскую. Может быть, Раф вам подгонит нормальный движок. Я об этом подумаю. До встречи, свежее мясо. Захочешь погоняться, мы тут. Раф, у меня есть наводка на кузов 240Z. Отлично. Если найдешь его, возвращайся в гараж. Если будут запчасти, сможешь его оживить. И еще.
Ребята из Лиги 73 теперь оставят тебя в покое. Молодец, Мак. Слушаю. Ты друг Тайлера. Где его носит? Нужно поговорить с ним срочно. Это кто? Санта-Клаус. Сам как думаешь? У меня для вас, ребята, кое-что есть. Ранний рождественский подарок. Хорошо. Возможность нанести удар дома. Скажи Тайлеру, нам надо встретиться. Я вышлю ему инфу.